что мы сегодня здесь. Мы с вашей школой дружим очень давно, но, к сожалению, ребят мы привезли сюда впервые, потому что нам очень хотелось, чтобы не только взрослые знали о вашей замечательной школе, но чтобы и дети здесь побывали. Поэтому мы сегодня, мы действительно школа из Эстонии, но мы русская школа, и поэтому учеба у нас идет в школе на русском языке. И спектакль, который вы сегодня услышите и увидите, он будет тоже на русском языке. Школа у нас не очень большая по сравнению с вами. В нашей школе учатся 500 человек. Но у нас есть богатая традициями театральная студия, которая сегодня и представит вам свой спектакль. В этой театральной студии занимаются ребята, начиная с первого класса, самая младшая группа, средняя группа, это пятый, шестой класс, и старшая группа. Вот сегодня самая старшая группа привезла вам свой спектакль. Как хорошо поля скакать и на карту цветы срывать.
Молчи, Василиса! Ну послушай, ну зачем вы с ней возите? Нам что, свинья нужна или корова? Не нужна. Хочет она быть просто мягкой, пускай будет. Нам ведь главное, чтоб хозяин вернулся. Да. Да? Не хочет она быть собакой. Ну и ладно, тогда собакой будешь ты. Опять? Потому что, Василиса, если бы ты сейчас себя видела, грозная, сильная, красивая, свирепая, можно сказать, самая настоящая собака. Школа номер 3, то есть мы были практически тезками. Теперь мы называемся Силамеевская Ванариновская школа, Силамея Ванаринополь. И мы русская школа в Эстонии. Дружба наша с вашей школой длится уже несколько лет. Но, к великому сожалению, до этого времени ребята наши не были знакомы с вашей школой. И нам еще больше жаль, что вы не были ни разу у вас. Но я надеюсь, что наш сегодняшний визит проложит такую тропинку к тому, чтобы вы тоже когда-нибудь приехали к нам в гости и тоже блеснули своими талантами. Начинали они как младший хор, теперь они немножко подросли. И о своей истории, о том, как они росли и какие у них есть успехи, вам расскажет руководитель хора, учитель музыки Елена Николаевна. Этот год, 2015, у нас в Эстонии объявлен годом музыки. И весь год на школе и во всей стране, в городах, должны проходить концерты. И вот таким маленьким музыкальным подарком мы к вам и приехали. И я хочу словами начать с известного журналиста. Если вы живете в Эстонии, но ни разу не ездили в Таллин на общереспубликанский праздник песни и танца, то я утверждаю, вы настоящие эстонии не видели. И у нас есть эстонцы, которые никогда не были на таком празднике. Это огромный концерт под открытым небом, на специально оборудованной площадке в Певческом поле. Участвуют 30 тысяч участников и зрителей 100 тысяч. Итого на одном поле могут поместиться до 130 человек. Благодаря этому празднику эстонцев стали называть «поющей нацией», потому что столько собрать на одной площадке. Праздник проходит каждые 5 лет. Летняя песня.
обязательно песня на певческом празднике, одну из пяти песен, которые хор должен выучить, с движением. А если с движениями, это значит, надо быть осторожным. И комиссия сразу предупреждает, мы сейчас как раз посмотрим. Если ребенок пойдет в другую сторону, то никаких даже 10 баллов говорить больше. Раз, два балла и все.